Приветствую всех. Не думал записывать ролик. Потом думаю, дай запишу, потому что на канале у меня нету ролика с бруском 7 дробь, эльбором 7/5 БП-50. У меня столько с БП-44. Вот. Сегодня вот притер брусок 7/5 БП-50. И притер свой брусок БП-44. Сейчас глянем на вот этой стальке риску. Сейчас я с этой стороны сделаю БП-50, а с другой стороны сделаю БП-44. Вот. Притирал я их одинаково. Я уже поработал, в принципе, с этой стороны, а потом уже включился. Вот. Сейчас я риску наведу. И, в принципе, все. С этой стороны все вроде бы так посмотрел. А с другой стороны я сейчас сделаю БП. Так, 44 с этой стороны. Опа. Так, под микроскопом посмотрим риску. Сталька твердая. Как по ощущениям, то БП-44 мягче работает. Но она и должна по факту работать мягче. И по ощущениям тоже. Она и работает мягче. Сейчас я накидаю риску. Тут финиш был уже, не помню. Ну, самый тонкий, скорее всего. Здесь я алмазом делал 1/0, кажется. Вот. Был перед 7/5. Быстренько нарежу рисочку и пойдем посмотрим под микроскоп. Не знаю, получится ли у меня в редакторе две риски совместно соединить, чтобы одна была сверху, другая была снизу. Вот, и прогнать одним кадром. Если у меня не получится, то я думаю, вы уже там сами. Ролик можно с качать и в редакторе посмотреть. Думаю, это для вас уже не составит труда, для кого это интересно. Так, ну, в принципе, все. Я сейчас еще посмотрю, погоняю и тогда покажу уже под микроскопом. Так что, такие вот дела. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. До следующих роликов.
притер я брусочек БП-44. Немножко по-другому. По другому рецепту, так сказать. И заодно сейчас глянем. Ну, я уже так вижу, что, по крайней мере, уже лучше работает брусок, чем был перетертый до этого. Результат здесь получше. Сейчас я поделю клиночек пополам. И отработаю алмазом. С этой стороны БП-50 будет Эльбор алмаз. С этой 44 алмаз Эльбор будет. Посмотрим под микроскопом. Так, это у нас был БП-44 Эльбор. Так, это в стороночку. Теперь 44 алмаз. Алмазик. Теперь надо сейчас отделить. Так, пополам. Вот так вот примерно. Здесь будет алмаз. Здесь будет Эльбор. Тут будет 44. Вот так вот. Так вот. Хотя я тут сейчас отработал уже этим Эльбором. Ну да ладно. Я думаю, не подерутся и риски. Просто чуть-чуть подольше поработаю. Ну, хочу сказать, вот этот 44 я перетер же так же самое и перетирал и алмаз, как Эльбор перетирал, так и алмаз перетер. Вот. По новому рецепту. И алмаз я вот вижу. Работает чистенько, красивенько, аккуратненько, мягко. По тактильно такое ощущение, как будто я работаю связка резиновая. Вот такое вот слаживается ощущение. В принципе, это все уже. Ну, я бы сказал, что даже визуально даже не отличишь, что я тут алмазом поработал, а там Эльбором поработал. Так, ну, посмотрим, как работает. Так, следующий БП-50. Это на другой стороне. Переворачиваем. Так, где у нас тут вот? Так. У нас алмаз. Алмаз, значит, здесь будет работать. Тут алмаз. Тут Эльбор. 50-я связка. Так. И тут так же само перетирал, что Эльбор, что алмаз. Одинаково. Пока есть возможность сравнить с брусками 7/5. На жаль, других брусков нет у меня. А покупать финансово затрудненно пока. Чтобы вам все это показать.
чистенько, спокойно. Алмаз работает. Все. Думаю, риска тут поменялась 100%. Даже можно сравнить, там вот этот клиночек я делал ролики, когда работал с алмазами, я их не притирал, так что можете тоже взять оттуда. Так, чтобы не запутаться, можете взять оттуда вам, вырезать фрагмент и там тоже посмотреть разницу между притертым и не притертым. Попробовал брусок, перетер, но пока по первому рецепту перетер я, поработал, мне не понравилось. Вот. Ужасно работают. Буду перетирать по другому рецепту. Потом, как говорится, сделаю ролик, покажу вам, что из этого вышло. Так, на этом этапе все. Идем смотреть под микроскопом. Всем спасибо, всем пока.